Ладно, давайте смотрим. Сейчас будет супер дерьмовая игра. Скорее всего, она пойдет нахуй. Потому что она меня уже очень сильно выбесила. На одном несчастном месте. А это надо постараться, чтобы выбесить меня на одном месте. Да. Возможно, это можно вылечить, но не понимаю пока как. Так. Теперь мне надо снова джойстик настроить. Так, ой, нет. Кнопка это. Кнопка Б. Это. Ну и да. То же самое, видели? Кнопка R1 то же самое, что ближний Shift. Чё, как вам шмапчик предыдущий? По-моему, отличный. Даже немножко интересный. Так, а эта игра будет говнищем. Короче. То есть, эта игра создает впечатление нормальной игры. То есть, смотрите. Видите? Просто я объясняю, в чем прикол. Можно назначить вот так 6 кнопок. Но так неудобно, приходится руки выгибать, понимаете, да? Руки приходится выгибать. А если бы так можно было назначить, то было бы удобнее. Пальцы лежат более нормально. Не надо руки вот так выгибать. А придется выгибать. Ну и здесь то же самое. То есть, смотрите, видите, как идеально палец лежит вот тут на середине. А вот сюда уже надо его двигать. И сюда надо прям вообще выгибать. А тут вот ничего не надо, то есть тут палец идеально лежит. Но придется как играть вот на этих двух. Ну как бы, я не понимаю, но вот люди, которые это делали, они тестили свое говно или нет? Значит, короче, тут есть джетпак. И пушка. И больше нихуя. Кажется, это может быть нормальной игрой, но поверьте, только кажется. Да нет, тетрада, понимаешь, в чем дело? Это все дерьмо делается в Китае или в Японии. Или во Вьетнаме, или где-нибудь еще. Скорее всего, в Китае. Китайцы мелкие. Равняют на их лапку, понимаешь? Это не только с геймпадами так. Да совсем так. Презервативы по китайцам равняют. И поэтому приходишь в магазин, покупаешь презерватив, а он рассчитан на супер мелкий, супер тонкий хуй. И все, и тебе с ним ничего не сделать. То же самое с геймпадом. Тестят, блин, на азиатах и думают, что типа всем норм. Это, я так понимаю, первый босс. Очень интересно, правда? В общем, я скажу так, если я найду геймпад, который хотя бы вот для обычных игр подойдет мне, чтобы не приходилось его менять раз в 2 года, я буду доволен. Вот, но, к сожалению, фирма Razer в моих глазах прослыла хуёвой фирмой. Вот, поэтому я не сильно на это надеюсь. Ладно, а теперь будет место. Ну, например, вот это. Почему я не могу взять КП? Кто решил, что мне нельзя брать КП здесь? Итак, а теперь смотрите. Что сейчас будет? Сейчас будет полное говнище. Во-первых, джетпак очень быстро кончается, это уже раздражает. Но это ладно. Это не имеет отношения к проблеме. Но проблема вот. Я запустил игру, дошел до сюда и
слил тут в все три жизни. Так, ну в этот раз я как-то это умудрился пройти. Но если такое будет хоть одно место еще, то враги вот эти вот, как вам нравится. Видите, то есть такое еще одно место. И, по-моему, тот же Гриша эту игру послал нахуй именно, именно из-за вот таких мест. То есть Storm River, возможно, сейчас рассчитывает получить игру уровня сеговского Гуфи. А я рассчитываю, что у меня появится повод вырубить эту игру. Никогда в нее не играть больше. Так, ну и что это? Это мне надо на это встать? Я не знаю. Господи, так это все-таки враг. А это что? Сеговский Гуфи — это игра, которая сломала Клиффорда. Это просто кривая обоссанная игра. Что это за враги, вот эти вот мухи? Но мне кажется, что очень резкие боссы, очень резкие. Как он? Как он? Первый босс. Это нормальный? Пиздец, блин, что это за игра вообще? Что это за игра, блин, такая? Пиздец, какой-то не игра. Зачем такое на геймбой делать? Объясните мне. В чем смысл? Никто в это не будет играть никогда. Что это за место вот это вот? Что это за место? Как мне его взять? То есть зачем место, которое невозможно взять? Нет. Ну, бэт там нормальный. Какой-то странный саундтрек, как будто из Серебряного серфера. И что? Окей. Теперь придется разобраться с тем, что здесь делать. Так, ну давайте, Шерлоки, помогайте.
А тот Konami делала. Ну хотя ты видел, я его прошел всего за меньше, чем за 4 часа. Меньше, чем за 4 часа его прошел. Все странно. На тетрадо да какое вниз ты чё? Ты что тетрадо? Прикалываешься, что ли? Господи, это вот действительно настолько тупо. Кошмар. Я-то думал, в чем дело? Теперь я знаю. Теперь я ученый у мамки. Интересно, можно? Тон. Я что, сердце убил? Капец, я сердце выстрелом убил. Так, норм. Прекрасно. Ох, страда. Если бы такие поводы позволяли мне закончить игру. В списке закатированных игр было бы гораздо меньше. Так. Ладно, пока это не выглядит как гора, которую надо заканчивать. А почему я не могу никуда подвинуться, ни назад, ни вперед? Че, все что ли? Очень странная игра. Прям... Игра эта странная. Скорее всего, Гриша несколько раз сдох на тех местах, которые я показывал в первом уровне, и вроде бы правильно сделал. Потому что это нельзя так делать игры. Так. Что, блядь, это за собаки прыгающие? Иди дальше, да. Прекрасно. Еще одно прекрасное место. Ну, то есть... Вы понимаете, в чем соль? Мы начинаем вот отсюда. Это первая соль. Вторая соль в том, что эти места реально говно. Прям конченое говно. Тут еще соль есть. Вот такая соль есть. Враг, от которого нельзя увернуться. Отличный враг, правда? Идеальный враг. Это тоже идеальный враг. Ну, то есть, вот вся игра. Как бы хер с ней, если конты бесконечные. Блин, правда, у меня всего 1,5 часа на нее осталось. Ну да, да. Ну как бы не совсем так. Я в принципе знал, что геймбой еще. Геймбой же я не сканил самостоятельно. Вот. Тут с Макеем мне прошел, говорит. Хуёвый геймбой перебрали. Вот, я погуглил, и кто-то сделал видос со всеми играми на геймбой. Один видос. Прям очень охуенно. Я вот проштудировал этот видос, выписал сколько-то игр, вот, которые прозевали
Но я сам не перебирал геймбой, поэтому это нормально. Что так получилось? Гриша, видимо, был заебан со всяким SNES-ом. Поэтому не прощал играм типа этой. Косяки серьезные. Раф, да, молодец, спасибо, Раф. Раф нагуглил видос. В целом, за последние пару лет, да, достаточно новой информации появилось. Тот же Ревайвер пройти было невозможно без гайда японского. Ну тогда, Арапас, поэтому выписываешь все, что по эти 10 секунд не отметается, а дальше тестируешь. Чё-то ты не хотел сдохнуть. В этот раз удачно получилось. Ну что мы с тобой? А дальше тестишь. Такие видосы очень сильно помогают. Очень сильно. Так. Ну вот если я сейчас опять сдохну на вот этих местах, то как бы игру можно вырубать и списывать утиль, потому что, ну, нельзя такие места делать. Просто нельзя. И собак таких бесячих. Ну что, что здесь делать, ребятки, а? Блять. Ну блин, плакать хочется, вы понимаете? Плакать хочется. Люди понимали прекрасно, что они сделали. Сделали говно, к сожалению. Сделали, к сожалению, говно. Это что? Почему? Почему? Что произошло? Это ж наверняка что-то полезное было. Это платформа была, которая должна была поехать. А теперь она никуда не поедет. Ну пиздец, блять. А теперь она никуда не поедет. Замечательно. Потому что игра кривая. Ну не знаю, в эту игру очень неприятно играть, честно скажу. Вот из-за этого, в основном. То есть, ну какая собака, блядь, летающая? Какая, блядь, летающая собака? Вы чё? И всё, и на начало. Здорово, череп. Я очень сомневаюсь, что он мне пойдет для файтингов. Потому что на нем. Не все бинится нормально. Возможно, это можно победить, но. Сейчас босс меня убьет все равно. Да может быть и нет. Ну а так нормальный. Все, что нужно знать про эту игру. О, пароль есть, отлично. Блять, ну вот эта собака, нахуй она нужна. Блять,
Тут, короче, крестик с щелкающими свечами. Кнопочки с не щелкающими свечами. Вот, я прошел уже с шмопчик один. Нормально, нормальный череп. Из-за того, что этот геймпад под плойку с ним. Скажем так, у меня вот правая нижняя кнопка работает так же, как правый дальний shift. Из-за этого не очень удобно назначать управление, тоже Mortal Kombat. Но это такие проблемы, которые особо никого не должны волновать. Крест нормальный, я бы сказал. Если я его сразу говном не полил. Где там была платформа? Да вот нет, к сожалению, я не уверен в этом. Ну короче, игра хуйня, честно, игра хуйня. Гада, как зовут. Ну и что? Где хоть одна платформа? Здорово, Дима. Нормально, только вот игра про дофидака полная хуйня. Мехпад заебись. Ну ладно, не заебись, нормально. Ладно, конты если бесконечные, пару лезть за их. Привет, Павел. Знаете, собаки гораздо больше раздражают. И вот эти вот места. Ну, ценник у него, конечно, сверх ебаный. Если это единственный механический геймпад в природе на данный момент. Были еще геймпады с механическим чем-то там одним. Вот. Конечно, кривая игра, просто ужас. Можно было хотя бы это проверить? Конечно, нет. Вот мне опять оставляют на босса один хит. Спасибо. Пока наизусть не выучишь, где-то туда собака выпрыгивает. Да ладно, если бы они еще хотя бы качественно что-то делали. Они же не делают что-то качественное. Ну ладно, попробуем. Первый босс был очень кривой. Не очень понятно, как его надо было проходить.
Допустим, по центру. А тут. Допустим, тоже по центру. Допустим, по центру. А что произошло? А что произошло? А что произошло? Ну ладно, вроде сейчас должен пройти. Вы понимаете, второй уровень. Игра на геймбой. Отличный второй уровень, да? Скорее всего, я шарик задел, но я не должен был его задеть. Потому что я вот этого не задевал. Так, еще могу сказать, что как минимум материал джойстика... Материал джойстика не самый лучший. То есть рука спотела, да? То есть вот у моего материал самый лучший. Там вообще руки не потеют примерно никогда. Так, понимаете, когда руки потеют, если мы говорим про соревновательные игры, то это очень плохо. На руки потеют. Вот. Сразу все скользит, ни хера не нажимается и так далее. Вот здесь нормально с этим все. Ну как нормально? Не идеально, но нормально. Как загнать, чувак? Дурацкое место. Непонятно, как ускорить процесс здесь. Сейчас надо было постоять. Прекрасно. Побольше постоять со стороны препятствия. Окей. Ну, в целом, конечно, игра странная. То есть можно вот играть, можно не играть. Возможно, она уже кажется удобоваримой, но... Она кривая. Она кривая. Вот так. Та-та-та-та-та. Ой, робот яростный, да? А при чем смс кемич? Такой же процессор. Вот что, что за идиотизм здесь вот? Что вот я должен? 500 тысяч выстрелов? Вот и все, как бы, блядь. Вот и все. Причем...
Просто херня, отнимающая жизни. Что это за говно? А, так вот респаун, как в Ninja Gaiden. Интересно. Ладно, две жизни есть. Так, иди сюда. Так, вот сюда, центр. Чуть правее. Да, ебано тут, конечно. Жопы, что ли, задел, да? Ну ладно. Не понятно, конечно, до конца, что происходит. Почему я дохнул? Да. Стоять. Чуть правее центра. Ага, я понял, я понял. Ага. Ну сука. Ну сука, что за хуйня? Почему я иногда задеваю, а иногда нет? Ага. Я не понимаю, почему я дохну? Ну чё, это нормальный босс по-вашему? По мне так нет. Знаете, можно всех боссов из этой игры на босса раш собирать. Да почему, блядь, почему? Ну почему, блядь, я задеваю это? Ну ёб вашу мать! Там не было, блядь, ни одного касания! Говно. Нахуя такое говно выпустили и продавали? Кто-нибудь, кого под рукой YouTube загуглите, сколько проходит в игры? Я уверен, что там проха бессмертно минут 25 от силы. Пиздец, блядь, второй босс. Хитбоксы конченое дерьмо. Как и игра. Как и игра. Музыка как серебряного серфера. Одиннадцать минут? Серьезно? Серьезно, Кеймыч? Надо бы Stormbreaker. Надо бы. Блять. Надо бы закончить. Сделал бы ты нормально сразу все. Уже давно закончил. У нас будет хоть одна стена? Отлично.
отличное место. Прекрасное место. Ну тогда... То есть просто говно, которое нужно наизусть знать, что делать. Знаете, пароли в игре, которые 23 минуты, они прекрасно понимали, что они сделали. Прекрасно понимали. Ладно, геймплей вроде есть. Ты бесконечно, если есть, то выйдись. Да понятно, что там делать. Просто хитбоксы кривые. Не могу жить с кривыми хитбоксами. Ну все, умри, блядь. Блядь, ну что за хуйня? О, боже мой. Так, где значит темпик? Пройдем туда. Вот, вот видите, вот эти вот хуёвые хитбоксы раздражают. То есть, ну не было там пересечения, там не было пересечения. Пусть не пиздят. Опять вот говно какое-то. Знаете, я бьюсь. Знаете, вот... Вы понимаете, в чем прикол? Они знали, что я буду играть вот так вот, и идеально подобрали тайминг последних атак. Чтобы не получалось так играть. Чтобы я бился о камень. Ну почему я бьюсь, блядь, об него? Сука, говно маразинговое, чисто на опережение действовать. Да. Ладно, смотрим дальше. Стоишь 3. Сейчас, секунду, ребятки. Да не поешь, мать, давай. Так, ну, пожалуйста, работай, сраный айфон.
Сейчас, ребятки, секунду надо. Нормально у Тинькова все пизданулось на уже на N часов. Вот тебе Тинькофф банк, пожалуйста, вот тебе карта. Вот я просто пизданусь на 2 часа, и ты ничего не можешь сделать с этим. Прекрасно. Восхитительно. Какое прошли? Раф одного босса прошли только. Ладно. Да зашквар, зашквар. Как и сам товарищ. Ладно. Смотрим, что тут дальше будет. Какие-то странные события на заднем фоне происходят. Ра-та-та-ра-та. Они еще сейчас начали звонить в 8 утра, предлагать свои вонючие кредиты и прочее. Ну то есть это уже просто хуже, хуже работать уже вообще нельзя. Так, у меня 0 жизни, это, кстати, плохо. И что здесь делать? Что здесь надо сделать? Понятно. Мда. Ну они, конечно, интересные ребята. Да блять, ну! Маленькими. Надо маленькими летать. Маленькими. Смотри, как подло. Как подло, а? Та-та-та-та-та. Thank you.
Ну да, да. Та-та-рат. Та-та-ра-та. Охуели, короче, все. Продаватели. Продаватели денег. Продаватели долгов. Так, ну-ка. Прикольная механика, конечно. То есть нет. Опять дятел. И что это? Это убиваемые роботы? Надо же, убиваемые, посмотрите. Кто мог подумать? Не, ребятки, могу сказать, геймпад хороший. Геймпад хороший. Конечно, 8000 ретро он стоит. Но к ним они сделали нормальную крестовину. Нормальные кнопки. Материал немного потный. Но мне с ним страшно. Не такой потный, чтобы все было плохо. Это. Обидно, что я только прошел в этом уровне без смертей. И где мы сдохнули из-за подлого говна. Так, ну да, это что такое? Та-та-ра-та. Не, ну так-то игру в отсутствии идеи не обвинишь. И эта идея вроде как есть. Думаю, никто не будет с ним спорить. Та-та-ра-та. Здорово, Рамза. Ну там 4 свеча стоят. Слева, справа, сверху, снизу. То есть это гейм овер, да? Прекрасно. Вы видели, да? Великая прекрасная игра. Ну, ладно. Диагонали нужны для всяких стритфайтеров, ты же знаешь. Вот, собственно, мой игрок в стритфайтере сказал, на ютубике можно найти разбор. Я правда не знаю, что это за игрок. Вот, но он там прошелся, отметил минусы. Его просто. Снасти когда? На стиках 4 свеча обычно. Иногда бывает, конечно, полностью аналоговые стики. Но редко. У меня же есть стик. Я, кстати, не знаю, черепёс, ты видел мой стик или нет, но он у меня есть. Купленный вообще за такие гроши, за 2000 рублей. Сейчас, конечно, таких цен не найдешь. Та-та-ра-та. Та-та-ра-та. Я в него даже немножко черепах научился играть. Можем как-нибудь сыграть, я на стике, а ты на геймпаде. Или на чем там играешь, на клаве. Не знаю, что у меня, скорее всего, стик не самый лучший, но он, по идее, такой же, как и все остальные.
Такие же 4 свеча. Вот. А мне там пришлось кое-что перекрутить. Там все хорошо работало, как надо. Ладно. Интересно, куда идти? Куда надо идти в конце? Ра-та-та-ра-та. Ну, короче, ладно. Ой. Я идиот. Игра вроде интересная. В геймбой особенно. Ну тут какая кривая, как кошмар. Ну и... Слишком мало времени, блин. Слишком мало времени дают. Ладно. Не, шрапа как раз не сильно норм. Наоборот. Японцы играют на стиках. Блин, что я сейчас сделал? Объясните мне. Зачем я просрал тут 4-3 жизни? Японцы же играют на стиках не потому, что им так охуенно нравятся стики. А потому что они просто привыкли в аркадных залах играть на стиках. Играют на том, о чем привыкли. Может статьи найти от топовых шмакеров, которые там играют на мировые рекорды. Подробным описанием, почему стик говно, и бедные японцы, которые играют в аркадных залах на этом говне. Ладно, смотрим, что дальше в этой игре происходит. Мне все еще интересно, куда там идти в конце. Здорово, Крус. Может, там что-нибудь есть? Вроде бы вон что. Точно. Так, ну вот, куда тут идти? А? Куда тут идти? Да, круто, все именно так, к сожалению. Что, неужели, блин? Никак. Да, вот оставить такие подлые ублюдки. А это нормальное вообще поведение для игры? Блин, ну игра. Господи, за что мне все эти... Вы понимаете, он тут не едет. Блядь, ты можешь попасть, пиздец. Не, Storm River это... Просто конченая игра. Просто конченая. Так, дай-ка попасть. Никак. Очень интересно. Очень интересно, как туда попасть.
Seriously? Seriously? Чего так? Так, я что-то не понял. Пароль там не дадут или нет? Я видел там где-то паспорт. Потом я его перестал почему-то видеть. Перестал понимать, что они имеют в виду под паролем. Да нахер этот Гайден. Ниндзя Гайден Шалу, который... Да ну кто такой, неинтересно. Не играл. Ну точнее играл, скорее всего, не помню уже. Но не заинтересовало. Почему-то... Почему-то не заинтересовал. Ну понятно, почему ты мне предлагаешь расценно. Я-то думал, может быть хорошая игра. На Тарлинг Чилы Гайден. А, порт аркада, наверное. Да. Главное, на этом канале нормальный игр тоже играет. Вот сегодня шмапчик был хороший перед этим говном. Ну вот материал, да, материал потный. Гейпада. А второй? А второго нет? Storm River. Что это вообще за пес? Кто понимает, что это за пес? Второго нет. Ну то есть это чисто рандом, то есть это место это чисто рандом, да? Я даже не могу, блин, подвинуться налево. Пес марсианин, прекрасно. Сдыхай. Нет, не сдох. Да почему ты не сдох? Опять не сдох. И сейчас не сдох. Ладно, отправим по-другому. Ладно, у врага такие же кривые хитбоксы, как у меня. Что, у них метелка на шлеме? Ваш вопрос. Чтоб потолок можно было чистить на моей шапке. Очень интересное место. Зачем вот этим чувакам столько хп?
Интересно, что тут за босс? Наверняка какое-то говно очередное. Там-там-там-там-там-там. Ладно. Так. Это, конечно, обидно. Вот это не тут. Не получается вот это. Та-дам, та-дам. Да, блядь, фух. Иногда кривые хитбоксы помогают. Боже мой. Интересно, как туда попасть все-таки? Неужели как-то можно? Но пробовать не хочется, честно говоря. Пробовать, конечно, не хочется. Ну, ладно. Знаете, ну и игра. Нам нельзя. Ну ладно. Значит, нас научили пользоваться этой механикой. Специально вот ради этого, да? Специально, чтобы вот так вот наебать. Чтобы опять... Было непонятно, что с ним говном делать, да? Говно. То есть опять говно, которое непонятно как проходить. Как поймешь, сразу станет все проще. Я не понимаю, что от меня хочет игра. Понимаете, это даже непонятно, что она хочет. Даже непонятно. Я даже проверить не успеваю. Нет, там не хватает времени долететь и взять это говно. Ну смотрите, вот, допустим, я падаю вот здесь вот, да? Лечу направо и там оп, оп, оп. Давайте проверим, все равно. Очень сложно. И главное, как мне туда спасаться? Да никак. То есть это место, куда можно попасть, взять жизнь и сдохнуть. То есть ты можешь туда попасть, если ты идеально владел игрой, как я. При этом... Идеальное владевание игрой все равно не дает возможности его пройти. Потому что игра говно. Не, обратно там невозможно выйти. Да. Так и есть.
Ну что это? Что это за дерьмо? Так, 3, 4. 1, потом такой, потом 3. Один такой, один такой. Раз, два. Раз, раз. Раз, два. Раз, раз. Мусорка. Раз, раз. Мусорка. Раз, раз. Мусорка. Восемьдесят два ноль сорок восемь. 82048. Давайте запишем. Запиши кто-нибудь в чат. 82048, пожалуйста. А, ладно, сейчас тут сам запишу. Ладно, 82048. Спасибо, спасибо. Интересно, это последний уровень. Ну, но игра, конечно, ебанутая. Странно, что ты играешь не на смысле. На гейбое. Очень странно. Очень странно, что игра не на снесе. Кстати, вот на механической кнопке вот это гораздо проще нажимать. Потому что кнопка механическая, чем на резиновой. Та-та-ра. Та-та-та-ра-та. Да. Ну вообще, конечно, место супер ебанутое там, что уж говорить. Да и босс опять непонятный. Да и босс опять непонятный. Та-та-та-ра-да. По-моему, мне пароль показали только когда я до босса дошел. Ну. Тарам. Да, цены пиздец ебанутые. Череп. Причем ладно, если бы цены хотя бы качество бы вместе с собой улучшали, так нет. Качество все хуже и хуже. Цены все выше и выше, качество все хуже и хуже. Никуда пока. Так. Ну эту игру это я давно видел, если что. Просто она кривая, поэтому никакого желания проходить не было. Вот когда играть не во что, конечно. Хочешь не хочешь, а придется. Как я им еще? Да я закончу скоро, если что. Полчаса еще. А вот здесь, видите, а вот здесь вот это не стреляется. Так. Так, это так. Ух,
кривое все, кое-что кривое, игра. Хочешь, тебе все кривое, кошмар. Просто ужас. Плакать хочется. Просто. Просто хочется плакать, игра. Хочешь, тебе все. Все кривое. Так, ну ладно. Так, ну что? Все? Охуенно. Можно мне пароль на новый уровень, пожалуйста? Бля, остается 4, я надеялся. Честно говоря, ну вы посмотрите, что тут у нас. Ну прокинь тут бесстыдник за бессмертную профу. О, да, игра. Легендарная игра. Да, блядь, ну почему? Почему ты не попадаешь? Почему ты не попадаешь? Вниз, что ли, тянут? Чуть-чуть клонит. Не понимаю. Видите, пароль тот же самый. То есть надо дойти до босса. Чтоб пароль дали. Вот уроды. Какие ж кривые уроды. Вы понимаете? Понимаете, что значит то, что я сейчас стабильно попадаю не в тот пиксель? То, что выстрел кривой. То есть... Я человек, который разобрался в игре. Вот. Я не понимаю, как тут надо стрелять. Что игра хуёвая, что вот. Так, ладно, наша задача дойти до босса, умудриться каким-то образом. Керсим с боссом. А, можно пройти просто, да? А это убивается или нет? Я не понял. Давайте разбираться, это убивается или нет. Только прыжком, видимо. А тут уже, блядь, не проходим. То есть там проходим, а вдруг вторую такую же пропасть не проходим. Конечно же, зацепляем. Разумеется. Что же мы еще можем делать? Ну давайте посмотрим. Прошли. Ну ладно. Значит, дойти до босса сейчас, чтобы не просрать прогресс. Все. Кошмар. Кстати, вот на механическом паде такое было сложнее делать. И что? И что от меня хочет игра?
Вот эту играть я хочу, да? А если бы я так не умел делать, то что? Суицидиться? Суицидиться, да? И что это? И что это? Нет, ну что это? Что это такое? Что это такое сейчас было? Я не понимаю. Я не понял, что произошло. Не понял. Как это происходит? Кто-нибудь понимает? Я нет. Какая странная игра. Здорово, город. Так, хорошо. Интересно. А, так это не земля. Так это не земля. А я-то думал, что это земля. Вот оно что. Дойти до босса и все, и пошла эту игру нахер. Все понятно. Так, а тут не все понятно. Окей. Так, тут прорубаем дорогу к звездам. Что у нас там? Сердце. Тоже сердце. Это все такое. Здоровались. Ну и ладно. Отлично, сердце взял. Но вообще-то. Все, умирать. Интересно. Прекрасно. Amazing game. Самое страшное, что я не понимаю, какая что сделала. Сейчас, скорее всего, я не пройду опять. Не, ну механика в игре есть, хули, проходить надо. В общем, такая тупая дешевая хуйня, которая сработает только один раз.
Прекрасно. Прекрасно. Вторая штука такая же. Да господи. Все. Сука, бесячее говно. Какое же бесячее говно-то, а? Ну, согласись, те, кто игру делал, они охуевшие были. У меня нет для них другого эпитета, кроме как охуевшие. А сейчас я типа, блядь. Ну вы понимаете, да? То есть это рандом. Это рандом. Это просто бессовестный, нечестный рандом. Очень странно работает эта игра, очень странно. В этой игре просто ни одного прямого места нет. Просто ни одного. А это что такое? А это что за кубик? Что-то я не понял, что это за кубик. Это какой-то глюк или что это? Блять, какой-то глюк. Какой-то глюк ебаный. Ну вы понимаете, что такое эта игра, да? Теперь вы понимаете, что такое эта игра? Откуда у меня так мало? Что это за кубик-то, блять? Как его убрать? Никак? Ну замечательно. Восхитительная игра, не правда ли? Не было этого кубика. Откуда он тут взялся? А-а-а. Вот она какая подлая эта игра. Ну, посмотри, какая игра подлая. Да, прям вверх подлоты. Вот сюда. Так. Вот сюда вот. И вот сюда вот. Там. Так, сейчас где-то будет некое говно. Где-то будет некое говно. А нет, тут еще пока что не говно.
какое-то еще не говно. Следующая локация будет некоторое говно. Говно вместо игры. Все надо это убить, блять, чтобы потом на следующем экране подло умереть. Потому что нельзя, блять, просто взять и выбраться отсюда нормально. Интересно, можно это вообще сделать еще или нет? Или... Нет. Нет. Я только все просрал. Нет. Я только все просрал. Я только все просрал. Интересно. Да, можно. У меня аж теперь механический. Или нельзя. Так, так точно нельзя. А так можно. И дали сила механических кнопок. Так, сейчас будет некое говно. Так. О, можно же так сделать. Вот так, да. Можем, ты умрешь, спасибо. Так, ладно, дальше что? Дальше вот эти сердца, да? Сердца, которые хотелось бы взять. Ну, допустим. Интересно, как это взять. Так, здесь, наверное, надо все это разъебать. Какой долгий уровень, кошмар. Интересно. Очень интересно. Очень интересно. Прям. Прям пиздец, как интересно. Ну то есть, ну вы понимаете, да, что это? Это, блядь, маразм. То, что я что-то сделал, это вообще чудо света. Серьезно. Что это за уровень, господа? Что это вообще за игра? Для кого она? Почему у нас Daffy Duck стало олицетворением хардкора? Объясните мне, пожалуйста.
Вот это специально так сделано. Это специально так сделано, понимаете? Специально. Чтобы ты полез за этим говном и сдох. Специально так сделано, только и всего. Не было, блядь, ни одного шанса это взять, не сдохнув. Времени-то уже нет, придется и предыдущий уровень перепроходить, понимаете, да? В чем загвоздка? Ну это пиздос, это просто пиздос. Это просто пиздос, блядь. И не дают пароль, пока ты не дойдешь до босса. Блядь, кто вообще это придумал, нахуй? Кто? Уроды, мать. Хоть бы жизни дали. Как нихера. Какие жизни, вы о чем? Зачем вам жизни? Вот это тоже. Ну как бы, бля, ну что за бред? То есть вот обязательно вот так надо сделать. Супер уёбская игра, супер уёбская игра. Блядь, так я же не сделал то, что должен был. Должен был вот это сделать. Почему вот так происходит? Здесь, блядь, эта игра живет каким-то своим правилом, понятным только ей. Кошмар. Прекрасно. Странно, что меня пудели не убили. Очень странно. Да, ну и игра, блин, конечно. Геймбой. Смотрите, я вспомнил про пуделей вонючих. Давайте с одной стороны все очистим, с другой не будем пока. Кошмар. Я забыл, сколько у меня жизни, а у меня жизни не было. Так. Раз. Два, три. Знаете, это не так просто прожимать, я вам скажу. Вообще не просто. Так, сбежим. Кошмар. Просто кошмар.
скорее всего, да, он там попадает. Непонятно. Ну, можно, конечно, было бы взять эти сердца. Да, бы здесь все равно делать надо ебаную хуйню. Вот это, конечно, то, что здесь они сделали. Ну, называется, уроды разрабы понимали прекрасно, что они делают. Причем они еще заставят обратно идти. Вы видите, да? Они еще обратно заставят идти. И почему вот этот нельзя убить-то отсюда? Боже мой, почему этот нельзя убить? Это очень сложно, это очень сложно, куда попасть. Очень сложно. А может по одному кадру кнопку я могу только, ну не в этом, короче, положении. В этом положении я так не могу. Не знаю, Storm River, такие игры... Разрабы таких игр будут страдать в аду. Их хотел будет делать Цельс. Ну блять! Охуенная игра. Давай, стреляй. Уебище. А что ж обратно идти? Что ж обратно идти? Что ж тебе обратно? Какая-нибудь подстава сейчас будет обязательно. Здорово, Смокей. Ты на самом деле под конец пришел. Я сейчас заканчивать собираюсь. Давайте, правда. Это известный прикол. Дайте мне, пожалуйста, дойти до босса. Я получу пароль, сдохну и буду рад. Ну и что это? И что это? И куда мне идти? И куда? И что это за прикол? Кто-нибудь понял прикол? Нормальный, вроде как, нормальный. Кто-нибудь понял, в чем прикол? Ничего лишнего я там не убивал. Ну и что это такое? Что это? Понимаете? Ну что это? Что за дерьмо? Все, ладно, последняя пытка. Я не понял, что от меня хочет игра. Последняя пытка и все, вырубаем это говно. Ладно, еще одна пытка. Это мы сольем. Ну, игра полная хуйня.
Все, все можно понять, но этого нельзя понять, блядь! Нельзя понять этого! Что там надо было делать? Что? Почему пароль на уровень дают, блядь? Только когда ты до босса дойдешь, блядь! Почему? Почему, блядь, игра на гейбое, блядь, требует не куда нереального контроля просто? Чё хитбокс иногда работают так, иногда сяк? Прекрасно. Почему я могу ползти, но не могу проползти? Егорыч, видишь, как надо кнопочку хуярить в этой игре? Я просто не хочу с предыдущим боссом драться. Если бы, блядь, дело было только в уровне предыдущем, мне было бы насрать. А вот с боссом еще хуяриться, с этим рандомным. Так, ну вот, вот этот вот чувак. То есть надо эту хуйню было отрубать. Не надо, давайте отрубим. Посмотрим, что получится из этого. Понятно. Эту хуйню не надо отрубать было. Короче, очень короткие нажатия по таймингу. Так, собаки. А чё ты застрял? Тоже, почему мы не можем... получить пароль на уровень, надо пройти этот уровень, да, вот. Какое же говно, блядь. Вот каждую ебучую пушку надо убить, блядь. Каждую. Прежде чем хоть что-то делать вообще. Да, блядь. Вот поэтому надо было убивать пушки. Что, если этого не сделать, ничего путного не выйдет. Так, здесь смотрим. Теперь думаем, что же надо было, блядь, сделать в этой блядской игре. Кто-то решил, что Даффи Дак, блядь, это хардкорщик. Отличный кандидат на роль хардкорщика. Так. Тут нихера нет полезного. Тут тоже нихера нет полезного.
Ни хера там нет, там просто два сердца лежат. Ну лежат они, лежат. Как вот эту штуку открыть? Кто-нибудь понимает? Может, тут что-то спрятано? Нет, ничего тут спрятано. Ой, я, кажется, знаю. Пиздос, блядь. Вы понимаете, они заюзали эту механику. Вы понимаете, насколько охуевшие чуваки? Вот поэтому Гриша не стал это говно проходить и правильно сделал. Это просто дерьмо. Носорожье. Не знаю, кто мог получать в это удовольствие, играя на гейбой, не знаю. Просто невозможно. Просто невозможно получать удовольствие, играя в такую хуйню. А теперь туда еще нужно попасть, умудриться. Что надо делать? Окей, теперь понимаю. Видимо, это последний уровень. Только что делать, я все равно не понимаю. Ну, давайте посмотрим. Давай, выпускай свой шарик. Может, него надо выпускать? Конечно, у него. Только отвернулся от экрана. Непонятно, босс опять. Ну, непонятно, босс. Ладно, эта штука убивается, Антон, спасибо. Здорово, Гер. Кто-нибудь может объяснить, что здесь надо делать? Не очень понятно, что надо делать. Давайте пострадаем в шарик.
Хорошо, чуть понятнее стало. Да ёб твою мать, уберись ты, сука! Гнилое дерьмо! Сука, гнилое дерьмище. Так, а здесь как будет? Давай. Не очень приятно, конечно, с этой стороны. Ты будешь стрелять или нет? Все, ты разучил стрелять? Что-то я не верю в это. Ебать. Ты знаешь, в чем прикол? Я не получил пароль. Блять, надо было сдохнуть на боссе. И теперь? Вы посмотрите, я прошел босса с первой попытки. Все? Что, это все, конец? Да. Все, это конец. Что-то я ничего не понял. Ну да ладно. Прикольно. Прикольно, что это конец. Странная какая-то хуйня в конце произошла. Да, геймпад нормальный. Нормальный. Единственное, что на пекарне, так как он сделан под плойку, на пекарне, я не знаю, может и можно как-то заставить все кнопки нормально назначаться, но у меня пока не получилось. Вот так можно взять, да, нормально. Ну, я тебе потом еще... Кстати, Егор, еще Гир, слышите, я... не хотите в субботу еще сходить пожрать пиццаря? Только на этот раз пиздатого пиццаря. Вот рабочий день, прекрасно. Ах, ах. Сейчас проверим, что там с концовкой. Даффи Дак, гейбой. Ну, короче, игра интересная, но пиздец кривая. Еще я не понял, что в конце произошло. Ах, по геймпаду потом скажу. Ну, первый вердикт нормально. Нормально. Первый вердикт нормально. Как минимум, если вы не собираетесь задорачивать какие-нибудь суперсложные файтинги, можно брать.
Ну вот видишь, я вот говорил в начале стрима, что из-за того, что он под плойку сделал, он не все кнопки позволяет назначить, к сожалению, нормально. То есть, например, у меня вот у него 6 кнопок, да, под правым пальцем. Правую нижнюю дублирует правый и дальний shift. Понимаешь? А я как бы хотел бы назначить вот, вот здесь вот все по-человечески. Да нет, для Daffy Duck вообще заебись. Череп, ты понимаешь, что с резиной было бы гораздо сложнее так мешать. Да, но к сожалению он на компе не назначается, бесит. К сожалению, на компе на них нормально не назначить, к большому сожалению. То есть вот так как тут механическая кнопка, тут очень было пиздато как раз таки играть в эту игру. Потому что я мог на мало кадров жмакать кнопку. Это круто. Короче, в целом из всей продукции Razer, которую я тыкал, это пока что лучшее, что я видел. Значит, материал нормальный. Рука потеет не сильно. Вот. Рука потеет не сильно. Так, прекрасно. Ладно, давайте посмотрим. Игра интересная, но кривая. Но интересная. С этим никто не поспорит. Я думаю, что игра интересная. Так, давайте сравним. Ну да, концовка такая. Концовка такая. Ничего нового нет. Ну тупо очень, тупо, что пароли дают. Хуёво. Вот это очень тупо. Ладно, хер с ним. Восьмерку заслужила, я думаю. Все, ребятки, на сегодня все. Две игры прошли, геймпад потестили. Продолжим это делать чуть, может быть, сегодня вечером, кстати говоря. Это был Daffy Duck The Marvel Missions. 8 из 10. Все, спасибо, что смотрели. Пока.